Ага. Ну да. Да подожди ты. Нельзя пока. Покажем. Покажем, покажем. Сейчас вот приберем тут все. Да, жду, жду. О, это он, наверное. Это 422-я? Да, да, заходи. Точно, он прибыл. А то ни домофон не работает. Все, давай, наберу. Ни таблички на дверях нет. Да бабке зачем домофон? К ней же не ходил никто. Вот, давай. Сколько вообще времени займет? Не знаю, посмотреть сначала надо. Разуваться? Mm-mm. Давно не ели они? А я знаю. Как бабку в больничку отвезли, с тех пор, я так думаю. Ну, давай. Твоя работа, в конце концов. Ты гляди-ка, смелый какой. Сколько их всего? Да не знаю. Много. Или 6, или 10. Сам знаешь этих старух. Так сколько дней не жрали, говоришь? Да я не знаю. Где-то дней 5, наверное. Или неделю, может. Голодные, значит. Это хорошо. А вообще долго? Не знаю. А то уже смотреть ломится. Так что там по времени? Час минимум. Они же... К чужому могут не все сразу выйти. У аппарата. Да нет, говорю же. Не, пусть пока не едут. Еще час, говорит, минимум. А то и два. Они же это, к чужому могут не все сразу выйти. Ага. Час, полтора, да? Примерно. В общем, час. Может, полтора. Не, я здесь не останусь. Тут воняет, знаешь как. Давай, не-не-не-не, без вариантов. Все, завтра, давай, пока. Чего моешь-то? Все равно выкидывать. Да они же чистюли. С грязных могут не есть. Чего ж тогда так воняет, чистюли? Ладно, в общем-то, занимайся. Не ехать надо. Дела, документы там, это все. А с деньгами как? Ну как, дверь захлопнешь, отчет пришлешь. У тебя мобильник фоткает? Ну да. Ну вот, здесь половина. Фото пришлешь, остальное на карту. Будешь уходить, дверь захлопнешь. Ну что смотришь? Я что, зверь, по-твоему? Мне тоже жаль. Но им так по любасу лучше будет, чем на улице. Ну ладно, я поехал. Завтра клинеры приедут, мебель выносить, это все. Эту! Убери! Чтоб не стояла на проходе!
Смелый. Думаешь, я зверь? Я не зверь. Работа такая. Вещи закинули? Да так. А, одежда есть? Нет. А что хорошее есть? Уже нет. Котики, моркотики, розовые ушки, котики, моркотики.